Ну что, мои родные, всем привет! Сегодня в Краснодаре прекрасная погода, надеюсь, завтра она будет точно такая же. И ничего не омрачит наш завтрашний день, потому что мы к нему очень готовимся. Я очень люблю устраивать праздники, потому что это классный повод собраться всем вместе, собрать своих друзей, родственников, близких людей. К сожалению, не у всех получится приехать, потому что многие заболели, кто-то уехал. Но, несмотря на то, что достаточно большого количества людей не будет, я уверена, что завтрашний день двухлетия Сладунов мы проведем отлично. А сегодня нужно успеть доделать последние штрихи, чтобы ничего не забыть. В голове много мыслей, много идей, поэтому важно ничего не упустить, чтобы потом не было обидно. Так, ну что, у нас подготовка полным ходом идет. Пришли в ателье, потому что костюмчики нам нужно подшить, длинные нам брюки. Да, господа, мы же завтра именинники, должны быть красивые. Пойдемте, пойдемте, все, все отдали. Да, 2 года нам завтра. Нет, не два, нет, или не уходим? Так, мы пришли в красно-белое. Так как завтра у нас день рождения детский, но на нем же будут взрослые. В принципе, все взрослые у меня практически не пьют. Обманывай. Почему? Только ты и маму, и Наташа. Ну почему? Дениса завтра спаивать будет. Ну, Дениса, может, и не будет пить. Он за рулем, скорее всего. Увидит, забьется. Надеюсь, отчасти. В общем, завтра я вам покажу эту красотку, мы посмотрим, как она не будет. Буду с Даниэлем валяться где-нибудь. Буду. Под лавкой? День рождения с куском торта. В общем, все. Сейчас поведем малых подшивать брюки. И дальше еще куча, миллион дел.